շնորհակալություն որ մեր դուրն է հանդուր բերել ամենա առաջի հարցը կուզեի ձեզ տալ որ այս իրարանցումը եւ այս գործընթացը որ տիրում է ըստ ձեզ դա իրավական է եւ իհարկե նաեւ վարչապետի հետ հանդիպումը տեղ ունեցել երկրորդ հարցը ձեր ակնկալիքները եւ կուզեի ներկայանայք այս այսօր ինչպիսի կարգավիճակով է դուք ներկայանում Ну, что я могу сказать? Я так понял, что, значит, я хочу представиться. Я Константин Орбелян, художественный руководитель Государственного театра оперы и балета имени Спендарян. Хочу сказать, что за последние полтора года мы сделали очень много разных вещей. Многие из вас присутствовали. Многие из вас присутствовали на спектаклях, на премьерах, на показах, слышали о том, что мы сделали, видели, так что особенно распространяться, я думаю, уже не надо, потому что вы все это знаете, ваши телекомпании и журналисты все документировали. Так быстро пройдусь, что мы, значит, были в Большом театре с нашим балетом «Гайне» первый раз в истории страны. Наш балет выступал на исторической сцене Большого театра. Еще раз, с чего мне начать? Давайте сначала начнем. Полтора года, что вы сделали? Все, можно? Да. Маленький экскурс. Да, за полтора года что мы сделали? Вот, с первого дня, как я пришел как художественный руководитель, я сразу пригласил своих друзей. Это художественный руководитель Метрополитен Опера Джон Фишер, это художественный руководитель Хьюстон Гранд Опера Диана Зола, это потрясающие коучи, значит, Аксель Эверетт, потом приехал Андрес Жагерс, режиссер, приехал режиссер Пауло Мичике. Это все люди, которые потом нам очень как бы помогли в том, что мы делаем. И потом Жагерс привез сюда из театра Станиславского свой спектакль «Манон». Джон Фишер тоже прослушивал наших солистов Липарита Витисяна и Геворка Акопяна в Метрополитен Опера. Уже у Липарита Витисяна контракт. У него агент, конечно, этим занимается, но никогда не помешает еще иметь уши тех людей, которые тебя знают, и тем более, что художественный руководитель может сказать глава оперной труппы Metropolitan Opera. Потом, значит, много народу приехало, много агентов приезжало, слушали наших певцов. Я устраивал прослушивания, потом, значит, у нас много гостей было, которые с нами пели, включая знаменитую Рене Флеминг, которая приезжала в прошлом году, 7 октября, и был роскошный концерт у нас. Ну и потом постановки, самое главное, работа наша, которая была на достаточно вялотекущем, на таком вялотекущее основание было такое. А так получается, что мы очень активно работаем эти последние 8 месяцев над новыми постановками, вот наши поездки, вот в Дубай, новая «Кармен», новая «Волшебная флейта», новая постановка «Манон». Очень это все трудно создать, знаете, сшить там 350 костюмов, сделать, построить, выучить. Режиссура наша Найре Степанян, который потрясающий, уже не говоря о финансах. Слава богу, есть у нас, значит, наш партнер театра «Аршинбанк», значит, и мои друзья, другие друзья, включая лучшего друга театра Константина Орбеляна. Так что попытались сделать все, что возможно, чтобы вот эти спектакли были хорошие и красивые. Сейчас, например, после того, что у нас был такой успех с Чиполлино, сейчас тоже Большой театр нам предлагает взять 7 или 8 балетных спектаклей, около 10 оперных спектаклей, о которых я буду с ними обсуждать. Значит, и думать о том, как мы сможем вот это приобрести для нас. Это не то, что в аренду взять, а чтобы у нас эти спектакли были. Ведь создать спектакль безумно дорого. Пошить все костюмы, сделать эти декорации и все такое. Так что это будет огромное счастье, если я смогу добиться этого. Так что я буду и дальше работать в этом направлении. Вот сейчас что происходит? Можно объяснить?
Ну, сейчас происходит, мне кажется, просто какое-то недоразумение и недопонимание. Mm-hmm. И такой момент, что почему-то Назани Гарибян решила, что я был нелегитимно назначен. И об этом говорит мне Министерство культуры последние 8 или 9 месяцев. Я говорю, так это не мой вопрос. Меня нелегитимным образом назначило министерство? Да. Нет. Я говорю, тогда какая легитимность вас смущает? Вот, значит, было постановление правительства, по которому вас назначил Армен Амирян. Я говорю, так у вас тогда проблема с правительством? Значит, подавайте в суд на правительство, и пусть суд решит, значит, это было легитимно или нелегитимно. Но в любом случае, мой контракт с вами легитимный. Потому что я не просил ничего, чтобы кто-то делал какие-то мне одолжения, или чтобы как-то это было незаконным образом, не дай бог. Зачем это мне нужно? Я не просил, чтобы меня назначили на эту должность. Это не было моей целью жизни. Я сделал для того, чтобы спасти ситуацию и попытаться что-то такое сделать. Так что здесь какое-то недопонимание и какие-то, очевидно, не очень хорошие советники у нее. А после встречи с премьер-министром Бажажи? Нет, если было бы, опять-таки, если было бы все так, как она говорит, и что было бы все легитимно, они могли бы меня уволить 10 месяцев назад. Не правда ли? Почему ждать? Нет, они ждали, хотели, чтобы я сам ушел. Я говорю, а я сам не уйду. Потому что как я это объясню коллективу? Почему я вдруг сам должен уйти и вас бросить? Или не быть директором? Или что-то такое? Почему? На каком основании? Я же не могу предать свой театр. Я не могу предать тех людей, которые на меня смотрят и рассчитывают, что я буду что-то делать. И как-то зачем это мне? Нет, или вы меня снимаете, или вы меня оставляете в покое. Одно из двух. Вот она решилась, и меня она решила снять. Ну ладно, дайте вам вопрос. Сейчас, пожалуйста, представьте, потом... Այս ամանուջ բոլոր պատմությունների մեջ դու քաղաքական ենթատեքստես ունես, թե ոչ, և երկրորդ թեմա, օրերս հատկապես երեկի առաջինը շատ է քննադատվում հատկապես սոցիալական ցանցերում այդ կարությունը ձեր, թե եթե հեռանալու լինեմ, ինձ հետ կտանեմ դաշնամուրները և հանդերձները, ինչպես եք մեկնաբանում սա, շնորհակալություն։ Вы во всем этом видите политический контекст. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы объявили, в соцсетях очень много говорят о том, что вы объявили, что если уедете, вы заберете с собой пианино и так далее. Как вы это прокомментируете? Значит, никакой политики я здесь не вижу. Начнем с этого. Это просто ошибочная информация, дана Назани Гарибян. Причем здесь политика? Я не политик, я совершенно не занимаюсь никакой политикой. И мне политика, прямо скажем, совершенно неинтересна. Мне главное процветание Армении, и чтобы это все было хорошо, и процветание оперного театра. Но должен сказать свой плюс, что вот этот момент моего увольнения, это сделал невероятный, совершенно мультимиллионный пиар для нашего театра. Так что весь мир знает о том, что в Ереване есть оперный театр, что там есть Орбелян, и что там, значит, есть потрясающие певцы. Потому что сейчас меня все спрашивают, а что вы делаете, а когда вы делаете? Давайте вот подумаем о том, что здесь делать. Мы хотим к вам приехать, мы хотим услышать. Ну, конечно, и журналисты все хотят со всего мира приезжать в Армению. Они же не только придут в театр, они придут смотреть всю Армению и смотреть о том, что мы имеем. Значит, по поводу того, что я забираю куда-то что-то, я никуда ничего не забираю. И, значит, если я здесь, но должен сказать, что существует в Ереване Ереванская государственная музыкальная школа имени Константина Орбеляна. Малайзии. Так что если что-то вдруг куда-то переедет, это переедет в музыкальную школу имени Константина Орбеляна. Причем я очень рад, что она существует, и я буду всячески им помогать во всем, что им нужно. Так что сейчас интересный такой момент. Кстати, мой рояль моего дяди, который у меня в кабинете, это я всегда предназначил для того, чтобы это потом, если я куда-нибудь уеду, и когда я когда-нибудь уеду, это я передам в школу, как, ну, это рояль моего дяди Константина Агапароновича Орбеляна. У меня два вопроса, если можно. Да? Да. Вот вы все время твердите о том, что вы тратите свои деньги, а не государственные деньги. А вот Назани Гарибян твердила, что вот у театра есть огромные миллионные долги, больше чем 90 миллионов драм. Да. И вот я бы хотела, если можно,
Объясните мне, пожалуйста, что за долги и какое отношение вы имеете к этим долгам? Это первый вопрос. Угу. Второй, пожалуйста. Вот все время твердят, что вот нарушили права какие-то, да, вы нелегитимный директор, да, театра. Вот. Я вообще не Константин Орбелян. Если вот получится так, что вы не будете директором театра, какие у вас какие-то есть претензии на то, чтобы расстаться и работать только худруком? Нет, значит, я хочу объяснить. Я хочу объяснить. Значит, первый вопрос был. Финансы. Значит, да, я трачу свои деньги, деньги наших спонсоров, значит, Артшин и свои собственные, значит, на создание спектаклей, потому что у государства нет денег на это. Мне надо было срочно создать новую Кармен, новую волшебную флейту, надо было пошить костюмы, сделать декорации, все это, чтобы мы поехали в Дубай. То есть государство нам не помогло. Кстати говоря, что министерство еще, значит, полтора года назад подписало о том, что они дадут 50 тысяч долларов, значит, на покрытие авиабилетов. А потом, значит, после революции, значит, сказали, что у них этих денег нет. Ну, нет так нет, мы искали в других местах, и, слава богу, опять-таки есть Аршин и есть другие наши друзья, которые помогли для того, чтобы мы осуществили эти гастроли в Дубай. Значит, во-вторых, я приступил к работе директора театра в начале февраля 2017 года. Значит, уже шел аудит КРУ у нас в театре с декабря месяца. Значит, результат аудита мы получили в марте месяце 2017 года. И аудит был на 14, 15 и 16 календарные года. Так что я просто сидел в кресле директора театра, когда мы получили вот эту бумагу о административных нарушениях, хочу подчеркнуть, административных нарушениях между Минкультом и Минфином. Минкульт и Минфин. То есть это даже не те директора, которые были директорами театра в то время, это типа три года до этого. То есть это административные нарушения между Минкультом и Минфином. Так что, как Назан Игоребян в последних телепередачах сказал, что Орбелян не имеет ни малейшего отношения к этим долгам, тем более, что штраф за нарушение каких-то совершенно, для меня, я не знаю, какие там точно нарушения и как они это расчленяют. Но, в принципе, она сказала уже в нескольких телепередачах, что я к этому не имею никакого отношения, просто я уже был директором, когда этот результат вот этого аудита пришел к нам в театр, в котором я не подписался, кстати говоря. Я не согласен с этим, и мы пытались, когда этот аудит пришел с Министерством культуры, решить вопрос, как мы можем обоюдно и совместно решить эту проблему. Например, значит, мы хотели сделать спектакли, грубо говоря, «Ануш» для школьников, чтобы они приходили, вот как раз надвигался год Туманяна, чтобы мы могли как-то, ну, все это разбить, это что не то, что там деньгами отдавать, а просто уже именно работой отдавать. Так что мы, к сожалению, этого не добились, потому что тоже переговоры оборвались, и, значит, сейчас мы потихонечку, по мере возможности, мы выплачиваем этот долг, который я унаследовал у предыдущего руководства театра. Второй вопрос, пожалуйста. Начнем с того, что если вы не будете работать директором, будете вы работать худруком? Да, ну, сейчас я не директор. Да. Сейчас и он... Да, значит, сейчас мы посмотрим. Мы посмотрим, значит, Варчапет, значит, сказал о том, что он посмотрит вот эти пункты, о которых, значит, Назан Игоребян ему представила. И если хоть один пункт будет неверным, а там, к великому сожалению, недосказанность и не совсем верно все 13 пунктов. Так что мы посмотрим его реакцию на вот это, то, что было сделано, и будем дальше уже думать,
как мы будем работать вместе, потому что много планов впереди, много серьезных переговоров сейчас я веду. Сейчас я лечу в Нью-Йорк, например, в субботу, договариваться по поводу фестиваля балета Хачатуряна летом 2020 года в Нью-Йорке. Так что сейчас мы планируем новую постановку оперы «Ануш». Вся армянская диаспора хочет, чтобы мы эту оперу «Ануш» повезли в Соединенные Штаты. Тоже, значит, и вопросы поступают, и, значит, из Франции, из других стран. Так что посмотрим, все. Нет, принципиально, чтобы я руководил. Я думаю, вообще, что театром должен руководить художественный руководитель. Это должен быть главный человек в театре. Потому что все должно подчиняться художественному руководству и художественному видению театра. Значит, директор – это чисто номинальная вещь, которая, например, подписывать бумаги и иметь право там… да. Кстати, не далее, как сегодня, мы получили бумагу о том, что все… закупочный по поводу армянского языка. Это достаточно интересный момент. Значит, сегодня мы получили разнарядку от Назан Игоребян, значит, официальная бумага о том, что все бумаги, которые по поводу закупок и других, значит, вещей в театре, должны быть на русском языке. И это все пуаги должны, значит, вот это обеспечить на русском языке тоже. Так что вот. Простите, вы когда намерены ваши пункты представить премьеру министру? Уже у него все уже есть со вчерашнего дня. Да. И еще Назан Игоребян сказал, что у вас бывает очень мало в Армении. Ага. Она не может с вами связаться, еще вы не можете руководить, когда вы все время в одеждах. Угу. А что об этом вы скажете? Еще вы намерены изучить армянский язык? Да, я учу армянский язык. Я, к великому сожалению, для многих, я понимаю значительно больше, чем говорю. Так что я просто не говорю, что я понимаю, потому что мне очень интересно, что со спиной говорят. Так что я хочу сказать, что... что там было за первый вопрос? Что вас все время не бывает. А, значит, я ни одного дня не отсутствовал без приказа министра. Ни одного дня. Так что если она докажет, что я хоть один день был за границей без приказа министра, пусть она это попытается доказать. Значит, я езжу не гулять, я езжу, у меня отпуск или там что-то еще, но я езжу по делам. Я езжу в Москву, я езжу в Нью-Йорк, я езжу в Сан-Франциско, я был в Лос-Анджелесе на Грэмми. Кстати, она не хотела меня пускать почему-то, хотя я был номинирован, и она считала, что нецелесообразно. Но как бы она потом поняла, что это все-таки можно меня отпустить. Так что это не то, что я сказал, знаете что, если вы не пускаете, я все равно поеду. Нет, она пустила, надо было убедить. Она вас не любит просто. Я думаю, все меня любят. Почему она меня не любит? В сети уже сколько дней все время все говорят о том, что вы были назначены прежним правительством Ритой Александровной и Сержем Саркисяном, и именно это стало причиной такого отношения Назан Игоребяна и нынешнего правительства к вам. Как вы расцениваете этот факт и что вы на это скажете? Я хочу сказать, что я не назначен правительством. Я назначен, потому что я Константин Орбелян. Если Константин Орбелян нужен этой стране, правительство найдет возможность меня пригласить. Во-вторых, значит, я не назначен по дружбе, я назначен по службе. Так что здесь тоже такой момент, что я думаю, что много кандидатов было. Я не напрашивался стать их художественным руководителем. Кстати, она очень ошибается в последнее время, что сказала, что меня чуть не назначили в день смерти Гехама Григоряна. Она где-то сказала, что... Директора дела. Притом директором меня... Так что я не знаю, чем она руководствуется, но...
все такое. Так что, естественно, слушайте, сколько здесь народу живет в Армении? Сколько народу живет в Армении? 3 миллиона. Сколько народу, значит, меньше, значит, годик или больше, да? Ну, 2 900 000. Все были назначены прежним правительством. Они родились при прежнем правительстве, они работали при прежнем правительстве. Так что мне напоминает известная встреча Кагановича с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, когда он сказал, что другого народа у меня нет. У нас мы здесь, мы все здесь, мы все армяне, и мы все хотят процветания армян. Так что здесь никакого я не вижу момента такого. Все получили образование при советской власти, при армянской власти, и все такое. Все мы учились. Я даже учился здесь в 70-м году в Ереванской консерватории. Кстати, тоже, можно сказать, что нелегитимным образом, потому что я еще школу не закончил в Соединенных Штатах, общеобразовательную, а меня уже приняли сюда в ВУЗ. Так что даже тогда Амазаспян и Спюрк меня приняли. Так что все у меня с исключениями. А можно также уточнить информацию о том, что вы отстранены от должности директора из-за того, что вы совмещали две работы, такую информацию, несколько, да. И еще такой факт, что по поводу этих пунктов, да, которые вы убедительно говорите, что они не соответствуют, да, в действительности, можно ли ожидать от Гарибян официальных изменений, учитывая, какая поддержка со стороны, да, общественности, ну, официальных изменений, может быть, вплоть до отставки, да, то есть в связи с ее решением каким... Это не мне решать ее, значит, отставлять, не отставлять. Но я хочу сказать, что все вот эти моменты, они не совсем правильны. Вроде вот того момента по поводу 92 миллионов драм. Я к этому не имею малейшего отношения. Я по наследству принял вот этот долг. Так что... По поводу службы, Назани Гарибян работает тоже и в Мадхенадаране. Будучи ИО министром, она работает в Мадхенадаране. Она имеет право там работать или не имеет права там работать? Я знаю, что значит здесь она почему-то решила, что художественный руководитель – это административная должность. Она это решила. Но я никогда не слышал, чтобы, например, директор театра получил бы народного артиста, а художественный руководитель может получить народного артиста. Значит, так же, как и артист часто не получает заслуженного работника, да? Директор может получить заслуженного работника. Значит, здесь всегда могли, значит, директора заниматься на полставки художественной деятельностью. Там должны наукой, там, не знаю, чем еще. Это нигде не приравнивается к административной должности, и даже в нашем штатном расписании, которое было подписано Лилит Макунц, что это под художественную часть руководитель. Администрация – это администрация, а это худчасть. Так что совершенно, опять, кто-то неправильную информацию дает. На каком этапе сейчас переговоры? Какие-то договоренности уже достигнуты с вами или нет? Нет, причем премьер, значит, он получил все наши ответы, и сейчас, очевидно, его юристы проверяют наши ответы, и если какие-то будут вопросы, мы готовы всегда ответить. У меня потрясающий мой юрист в театре Геворг Малхасян, который, можно сказать, профессор профессоров в юридическом деле здесь в Армении, и доскональнейшим образом знает на память все номера всех законов и все такое, и доскональнейшим образом занимается всем этим в театре уже последние вот 2 года, и я совершенно уверен, что его доводы, его то, что он написал сейчас в Арчапету, что это все не то, что действительно, а просто безапелляционно. Значит, так что здесь в этом отношении, я думаю, что Барчапет увидит, что здесь не совсем все было представлено так, как есть. Я надеюсь, он получил приглашение от наших артистов, когда они встречались, и знаю, что будет большая делегация, обещал прийти президент Армен Саркисян с супругой Нуне и их невестка с внучкой, так что много-много народу будет сегодня. У нас все билеты проданы, так что большой ажиотаж вокруг театра. Извиняюсь, можно вопрос еще маленький? Назани Гарибян уже подписал, да, договор о новом директоре, даже имя
Борис Арапетян. Угу. Вам о чем-то говорит? Не, я знаю Бориса. Я знаю Бориса, он, я не очень хорошо его знаю, пару раз мы кофе пили вместе в кафе «Мартини», так что реклама кафе «Мартини». Это он новый директор? Я не знаю, нет, ну сейчас нету директора. Она же подписала. Да, но я это не видел, так что я об этом не знаю. Так что сейчас как есть, сейчас мне очень комфортно, сейчас удобно, потому что я руковожу процессом в театре. Вот это мне самое главное. Իսկ եթե դուք մնաք երաշտական ղեկավար կամ առասարակ որքանով է դա ասենք կապված ձեր ներդրումները հովանավորների հետ կապված ուզում եք если вы оцените столько в качестве худрука насколько это будет связано с вашей деятельностью это помешает инвестициям со стороны ваших спонсоров друзей ваших лично я и давайте будем это разбираться step by step сейчас посмотрим потому что Варчапет сказал что если хоть один пункт был неправильно сделан, что там будут другие рокировки приняты. Так что давайте посмотрим, потому что в любом случае я должен заниматься театром, я должен выполнить тот долг, который я, значит, имею перед театром сейчас. И в том, что мы уже обещали много чего сделать, я уже пригласил разных режиссеров, чтобы они приехали, чтобы они здесь что-то ставили, чтобы они здесь что-то помогали. И много очень планов, мне не хочется все это оборвать и куда-то уезжать. И я ни на кого никогда не обижаюсь, для меня это совершенно не обидная ситуация. Я просто понимаю, что здесь неправильная дана информация. Это почему я говорю, что пусть юридически все это будет доказано, если... нелегитимно, то опять-таки это не мой вопрос, это их вопрос. Она бурлит, бурлит культурная жизнь в Армении. Главным образом она процветает, потому что у нас такие потрясающие талантливые люди, которые ценятся по всему миру и которые ценятся во всех ипостасях. И наши певцы, и Липарита Витисян, и Хованеса Айвазян, и Геворка Копян, и наши западные армяне, наша Хасмик Торосян, значит, и Лиана Харутюнян, наша соотечественница, которая сейчас поет в лучших оперных театрах мира. И много, вот Светлана Касьян была здесь недавно, и наши московские армяне, которые поют в Большом театре, в театре Станиславского, в Мариинском театре. Все очень востребованы. Не потому, что они армяне, а потому, что они потрясающие артисты. Вы позитивно настроены, что вопрос решится положительно? Вы оптимист в этом? Я уверен, что вопрос решится положительно. Он это все для меня положительно, потому что я опять говорю, что пиар такой, которым получил сейчас театр за эти несколько дней, это неслыханно.